Тем временем осужденным первой ярославской колонии очень понравилось сдавать нормативы ГТО. Впервые тестирование за колючей проволокой состоялось в позапрошлом году и с того времени стало регулярным. От раза к разу испытания остаются неизменными. Бег, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, пресс, метание снаряда и стрельба из электронного оружия. Осужденные показывают высокие результаты, получают значки «Готов к труду и обороне». В этот раз испытания прошли все 26 участников. Руководство учреждения уверено, подобные мероприятия помогают в адаптации и дальнейшем исправлении. Поддержка формы, то есть физическая, и проверка себя, соответственно. Я считаю, что это занятие достаточно привлекательное, тем, что можно физически выносливо проверить свои способности, силы. К этому комиксу мы очень долго с осужденными готовились. Для этого у нас была создана и развивается специальная база для занятий осужденной физической культурой и спортом. У нас созданы кружки любителей легкой атлетики, кружки любителей силовых видов спорта, также кружок любителей тенниса. Осужденные изъявляют желание, пишут заявление и занимаются спортом.